С апреля этого года специалисты Мособлгаза проводят обходы индивидуальных жилых строений для обследования газового оборудования и его инвентаризации. На сегодняшний день в регионе проверено уже более 250 тысяч домовладений. Проверяется также наличие у собственников договор на техобслуживание. В случае его отсутствия газовики выдают абоненту два уведомления о необходимости заключения договора с разницей в 20 дней. Также адрес домовладения включается в список для повторного обхода.